У Дніпрі відбувся чемпіонат серед молоді до 23 років, котрий провели у новому сучасному комплексі «Олімпійські резерви». Участь у національній першості взяли понад 300 молодих спортсменів та спортсменок з усіх регіонів нашої країни. Серед них і славутичанка Христина Гоман, яка посіла третє місце. Організація отлична, зал прекрасний, новий, нове татамі, зйомки, пряма трансляція, все як на чемпіонаті міра почти, тільки людей поменше. Суперниці були по силі, особо сильних не було, але, уви, мені вдалося програти. Так, третє місце, результатом я недовольна, я повинна була становитися першою. Ну, ошибка, глупость, нічого. Претензій ніяких нету, це чисто моя ошибка по борьбі. Вот. Ну, я сподіваюся, що покажу хороший результат на чемпіонаті України вже по-взрослому. Там от третє місце якраз було б. Да, це мінімум, чого я хочу. А вот будет чемпионат Украины, ты на него едешь, и я так понимаю, возможно, будут те же соперницы, которые здесь, да? Ты уже как-то проработала свои ошибки, чтобы в дальнейшем привезти золото? Уже тренер дал мне наставление, и не только наставление. Ну, будут те же соперницы, даже будут еще сильнее соперницы, потому что уже это чемпионат по взрослым, уровень намного выше. Ну, я надеюсь, что я не допущу просто тех ошибок, которые допустила до 23-х. Все-таки карантин, не было давно соревнований, может, это повлияло. Вот. Поэтому готовимся морально и физически. Слідом за чемпіонатом України серед молоді медалі національної першості розіграли спортсмени-ветерани 30+. Більш ніж 250 учасників, більшість з яких титуловані в минулому спортсмени, а нині відомі тренери та судді. Славутич представляли 4 ветерани дзюдо, серед яких Валентин Копилов, діючий тренер спортивної комплексної дитячо-юнацької школи. Ну, смотрите, участвовал я впервые как спортсмен. Перед этим я уже возил ветеранов неоднократно на такие турниры. Причем, что когда мы с ним вели диалог, я всегда говорил, что я не буду бороться. Я уже тренер, я не хочу бороться. И, в общем, сомневался в том, что я буду бороться. Но сестра меня уговорила, она меня промотивировала, сказала, что это будет отличный пример для детей, которые у нас занимаются. И я, в принципе, с ней согласился, что это действительно очень крутой пример, когда твой тренер тоже борется с тобой вместе на тренировках, тренируется, умирает, там ему тоже тяжело, то есть они на это все посмотрели, как я готовился, там, как я боролся с ними здесь на тренировках. Большое им, кстати, спасибо, потому что они мне помогали и в подготовке, и в психологическом тоже плане очень помогали, очень мотивировали работать и не сдаваться. Удалось все-таки промотивировать, найти нужные слова для того, чтобы он все-таки решился и принял участие. И мы очень рады, потому что ребята очень сильно все за него болели. Это была очень большая для них мотивация посмотреть, как их тренер выступает, как он сам борется. Потому что это, я считаю, немаловажная часть такой подготовки, психологической даже в первую очередь у ребят. Они очень сильно болели, следили весь день за его борьбой. И вот уже финальную схватку мы смотрели уже в конце тренировки, как раз у нас закончилась тренировка вечерняя, и он боролся, и мы вот все тренировки, все спортсмены, все вместе смотрели, очень болели за него, очень рады, что он ему получилось, что он смог показать такой хороший результат. Перерыв слишком большой, я 7 лет не выступала на официальных стартах, вот, но, в принципе, я справился с волнением, конечно, переживал, что там смогу не выиграть или еще что, но хорошо, что хорошо закончилось. Завдяки прийому у пір стопою в живіт Валентину все ж вдалося отримати перемогу і стати чемпіоном в своїй віковій категорії. Это мой коронный прием, скажем так, я с детства его делаю. Ну, очень много схваток выигрывал именно этим приемом, поэтому это не хитрость. Он может выглядеть хитро, но на самом деле технически очень тяжелый прием. Перемога Валентина Копилова – не єдиний здобуток славутичан на цих змаганнях, бо у сумі, як результат, маємо одразу 3 золоті медалі. Славутича виступали 4 чоловіка, це я, також виступав Коля Скріпов, працівник ЧАЕС,
выступал Ваня Синьков и Комок Зирян. Ваня Синьков вообще показал классную борьбу, я прям был в захвате, скажем так. Очень классно боролся, очень уверенно. Насколько знаю, посвятил свою победу своей семье и сыну. Хочет подавать пример своему сыну, это очень круто. Поддерживаю в этом Ваню, также поздравляю его сына с таким отцом и его жену с таким мужем. Очень классно боролся, победил, тоже занял первое место. Коля Скрипов тоже стал первым, мы привезли 3 золота из Днепра. В принципе, тоже хорошо боролся, никаких претензий не могу ему там высказать или каких-нибудь ошибок. Единственное, что вот, скажем так, не без неудачи, немножко не повезло кому. Он, в принципе, тоже хорошо боролся, старался, выложился, но чуть-чуть, видимо, не хватило. Где-то и фарта не хватило, где-то и там судьями были чуть не согласны. Ну, что ж, так уж случилось. Кому остался без медали, но он твердо настроен. Сказал, что в следующем году поеду и всех порву. А если говорить о тебе, ты в следующем году поедешь? Посмотрим. Сейчас еще будет впереди чемпионат мира. Мы хотели бы с ребятами попасть на этот чемпионат мира. Пока вопрос финансирования стоит остро. Достаточно дороговатая поездка получается. Ну, посмотрим. Дай бог удастся поехать. Поедем на эти старты. На год, блин, не могу так далеко смотреть. Во-первых, потому что не знаю, как будет через год с обстановкой на ФОКе. Я имею в виду количеством детей. Их и так много. Я и так тут как бы чуть-чуть, пока готовился, чуть-чуть отстранился от тренерской работы, помогал, конечно, по мелочи, но уже больше как бы Олег Геннадьевич с Юлией Олеговной работали, вот, я больше готовился, скажем так, поэтому не могу загадать на год вперед, ну, в принципе, я доволен своим выступлением, мне понравились эмоции, я вспомнил молодость, скажем так, это все очень круто, и вообще там был такой прям праздник дзюдо, очень классно организовано, спасибо Днепропетровску. Очень прям круто було організовано, поэтому думаю, що поїду, наверное, поїду. Пишаємось нашими спортсменами і зичимо ще більше перемог.